премьера. С нами часто случаются мелочи, которые значат гораздо больше, чем кажется. Как поймать удачу, принять верное решение и избежать ошибок в жизни. Все, что было нужно, это правильно понять знак, который давала судьба. Новые герои. Ты не представляешь, что сегодня было. Новые реальные истории со всей России. Обалдеть. Новый сезон нашего любимого проекта. В жизни все будет хорошо, если научиться понимать, о чем говорят знаки судьбы. «Знаки судьбы» с понедельника по пятницу в 17:00 на ТВ3.